Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Royal Quest. И сегодня мы продолжим делать то, что делали на стриме. Кстати, ставил я там торгаша, и вы не поверите, но абсолютно все не продалось. Ничего, даже единички не продалось. Так что я поставил все по новой, сейчас благо... Время другое и цены другие. Но в целом я все поставил по той же самой цене. Вот, поэтому снова бежим. Куда же мы бежим? Бежим издавать квест. Укрепление тела и духа. Это вот сюда, к старичку. Так, сразу же побегу туда. Вот, так что бежим к нему. Ему надо связка шипованных ветвей отдать. Прочные гибкие ветви подкрыты невероятно острыми шипами. К счастью, не ядовитыми. Вот, так что отдадим маленькому беззащитному старичку эти ветки. Вот, и поэтому выполним квест. Вот, так что бежим к старичку. Так, теперь сюда. Опять через кабанов, да, пойду? На епрс-то. Так. Что же у меня здесь? Также с игрушками, 300 игрушками, тоже есть смысл проходить квестик. Потому что, так стоять, мне сейчас надо снять своего верного боевого друга на коня. Так, знамя. И убиваем. Ну вы чё? Вы... Вы чё? Натуре, что ли? Живые остались? Ну, окей. Так. Да ты что-то свиноту эту не бьёшь. Так. Шанс выпадения вот этих вот... чего там, а... Нифига себе, по мне практически не надамажили благодаря этому знамени. Вот, чем, в общем, вот эти вот подарочные елочные игрушки падают, как я понял, практически со всех. Но что-то здесь практически ни с кого не выпало. Ладно, свиноты, видать, не такие нужные для меня животные. Левел, может, слишком большой. Так, ладно, тогда фиг да с ними. Побегу обратно в пещеру на паучках. Да, буду ядовитую кислоту собирать и паучков нагибать. Почему бы нет? Слизь так и не глянул. Точно, надо глянуть слизь и... Да ну нафиг, опять ты, что ли? Давай-ка, белый желудь, ты там это как-нибудь полегче. Окей. Ну что? Сделаем все легко и просто. Давай, беги на меня. Хотя здесь можно было обойти, да? Но автоматическая ходьба пошла по внешнему кругу. Мало того, что пошла через босса, так еще и по длинному пути. Ну чё, тоже нормально. Вот и доверяй компьютеру после этого, да? Ладно, когда-нибудь я эту свиноту завалю, желудя этого. Благо, я теперь знаю, как через него проходить, и так, чтобы не надамажил. И желательно вообще промахнулся. Ну вот, опять ничего не выпало. Так, добегаем до старика. Так, дает новое задание. Ну, точнее, продолжение этого задания. Опять надо бежать к нему. Ну, ёкарный ты же бабай. Ну, окей, к нему так к нему сгоняем. Сгоняем, посмотрим, чё... Времени у нас полно, только бегать и остается.
Так, ладно, бежим обратно. Ну вот здесь же есть проход. Почему он через это постоянно бежит у меня, а? При автоматической ходьбе. Ну ладно, фиг да с ним. Чем мне там дадут? 3000 золота и 760 опыта. Ну, тоже вполне нормально. Да ты меня достал уже. Да. Еще и рогом уперся. И вот он опять бежит через этот круг. Ну здесь же, короче. И через пройти нельзя. Можно пройти. И короче здесь. Ты пошел ты. 10000 хп. Я уже пытался как-то раз тебя убить. Ага. Лук от этого был никакого. Ты только промахивался со своим лавом. Ну да фиг с ними. Так. У меня также все продолжает стоять остальное здоровье на увеличение здоровья. Так что у меня 8286 здоровья. Бежим, 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 мы скачем, а я бегу и волосы назад. Давай уже, скорей, ну уже, скачи, скачи, мой верный друг, товарищ и соратник. Ну и что, что я на тебе верхом? Так, прискакали на новую локацию. Так, Каталания. Здесь не помню, здесь вроде животные такие не очень дружелюбные будут по пути, так что надо прям внимательно смотреть. Ага, точно, богомолчики, богомолчики и пенечки. Ой, еще круги, дэш. Ну, в целом, это локация для кача на моем левле. Да, это локация для кача на моем левле. Надо посмотреть, кстати, по базе. Сегодня, наверное, устрою стрим по Royal Quest. Да, наверное. Наверное. Ну, мне понравилось просто. Стоять, зараза. Стоять. Вот она. Просто с него падают елочные игрушки, там билетики на вход. И я, короче, не мог этого пропустить и допустить, чтоб я пропустил. Ну, вот как-то так. Ох. Проскочил, ладно. Так, ну что? Ну не тормози, не тормози. Давай, газуй. Чё? А я вас убью. Бабах. Флакон маны. Господи, вот мне флакона маны только не хватало. Ну ладно. Да что такое, блин? Опять ты мне дал задание? Пурпурный богомолов завалили. Ну, спасибо тебе большое, чувак. Вот, душевное тебе спасибо. Мало того, что я хотел их ходить и убивать, так ты мне еще и помог и сказал, иди убивай. Спасибо тебе огромное. Во-первых, богомолы это 29 левел. А это на левел больше, чем я. А это означает, опыт я получу по ним, за них хороший. Пурпурный богомольчик, и бабах, и понеслась, сразу массовые скиллы на убийство, давай, и вот так вот, эх, хорошо-то как, значит, это мне подбирается. Так, ну, меня вполне устраивает. Так, стоит. Ага, ну ладно, окей. Ну, зараза. Ух ты, пенек ходячий. Ну, в целом, неплохо, недалеко отошел, и здесь они спавнятся довольно-таки часто. Ой-ой-ой-ой-ой! Это что за... Босс, ёпрсоте! Беги, беги, роняя кал! Беги, чувак, не тормози, просто беги, беги, я в тебя верю, мой ангел-хранитель спасет меня. Беги, ёпрсоте тебе. Эх, как сквозанул-то, а. Давай, 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 в сейф-зону, в сейф-зону. В сейф-зону, прячься. Да ну нафиг, а почему? Да ну вас всех. Задница у меня просто еще, мушки закончились, крылышки мушки.
Я не знал, что там есть босс! Это что за... Это что за... Козлина? Иди сюда, гад! Я хочу на тебя уходить. Богемка. Еще и ловки. Получает бонус к вороту и шанс нанесения критического урона. Богемка, да? Ну я тебя запомнил, богемка. Да уж, вот тебе и нарвался, называется. На богомольчика. Покачался. Окей. Я думаю, что-то там, я Росенок давно уже не убивал. На, посмотрите, опыт-то я потерял, нет? Богемка. Мало того, что вот один на один бы еще можно было хоть что-то придумать. Опять-таки же ловки и все дела. Тяжело было. 15% скидки, но всякая фигня, конечно, мне не нужная. Так, ну да ладно. Фиг да с ними. Где мой бравый конь? И отважное животное. Ну чё ты там, блин, вроде жал, шлёп, не идёт. Окей. Богомольчики, значит, а? Богемка, значит, да? Ну хорошо, я попробую как-нибудь что-нибудь ей сделать. Но не сейчас. Интересно, как часто она спавнится? Надо вообще на базу будет посмотреть. Ой, это я на ней туда и заглянул. На базу будет 2250. Кошмар. Короче, в топку. Жму на паузу. Жду, пока истекает эти уже 8 минут. И смотрю на базе, что с богемка. Зараза. Ну и продолжаем. Сейчас подобрал какой-то листок мята, блин, кто-то выкинул. Хе-хе, ну и ладно. Да, продолжаем. Собственно, попытался я повозился с базами данными, да. Попытался загрузить ее, она не загружается. Блин, ну, короче, на все это гибло дело. И не хотел искать другую базу данных. Ну, к одной привык уже, и она удобная. Ну, проблемы так проблемы, ладно. Фиг да с ними. Надо продать все лишнее, освободить немножко инвентарь. Продать. 9 копеек, ладно, пускай валяется. Так, вот это продам. Вот они где у меня крылья бешеные жужи. Печалька. Печалька то, что я ее не увидел. Ну да ладно. Не увидел. Сдох. Что поделать? Бывает, конечно же. Тем более я здесь, в Royal Quest, так это вообще, по-моему, постоянно, особенно со мной. Так. Так. Интересно. Откатится? Или не откатится? Нет, не успеет откатиться, я уже почти дошел. Не успеет откатиться, поэтому придется еще немножко подождать, а что у меня здесь. О, кстати, ловкость, выносливость, так ровно, так плотно, все прям. И энергии, значит, много дает. Хорошо. Так, ладно, ждем. Ну и продолжаем, осталось 15 секунд, так что выдвигаемся. 13, так, это пенечек, богомольчик где-то уже здесь. А, ты вроде к нему ходил с квестом каким-то. Ну вот они, начинаются богомольчики. У меня прошло это все, не потребствовал. Врубаем ауру и просто погнали. Охота на богомолов началась. О, елочные игрушки, классно. Все-таки с подходящего левла они дропаются намного чаще. Блин, бутыль на здоровье. А хотя толку, я же там же спасся, но... Я думал, это сейф-зона, оказалось... А почему тогда кроги не пролетали? Жирные, что ли? Ну не жирнее, блин, этих же. Я не понимаю. Ладно. Ну что? Богомольчики.
Будем сражаться, будем воевать, будем побеждать и убивать вас. Причем убивать... Я что, промахнулся, что ли? Так, вполне неплохо. Кусок мяса, зеленый листок. Все вполне меня устраивает. Давай еще белый грибочек возьмем. Так. Ага. 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 Так. Окей. Стоп, 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 стоп. Подожди, 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 подожди. Пурпурненький ты наш. Подожди. Надо вампира убивать. Ко-во-фи-га. Я сейчас опять сдохну. Надо вот того завалить. Во-во-во. Тихо, тихо. Спокойно, 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 спокойно. Не кипятись, не кипятись, не кипятись, не кипятись. Стоп, 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 стоп. Да чтоб тебя, зараза. Да тихо, 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 тихо. Расслабься, расслабься, расслабься. У меня уже ангел-хранитель и так уже сработал. Благо вы медленный, зараза. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Да ну нафиг. Опа. Точно. Фу, слава богу, я теперь вспомнил о них. Вовремя. Я вовремя вспомнил. Ё-просоте. Протупил, протупил. Начал бить вместо массового скилла. Начал бить по одному и все. Они меня просто чуть не затоптали. Чёртовы чайки. Знамя. И хилочка. Да хилочку еще, блин, заюзал на улитку, блин. Зараза эткая. О, ладно. Благо, крылья бешеной жужи, это просто, просто ад. Это вообще просто крылья жужи надо таскать. Всегда надо таскать крылья жужи. Кошмар. Кошмар. Еще и ангел-хранитель мой. Ну да, вот печать ангела-хранителя это вообще классно. Поверьте мне, это классная штука. Коса мертвой луны. О, волшебник-чернокнижник, окей. 4000. О-о-о-о, иди сюда, сюда иди. Огнеглот. Я хоть раз прочитал, как он вообще обзывается. А то что-то я его всегда убиваю и даже не читаю, кто он. А так, хоть знать. О, деревянный сынок, давай. А знать имя своего врага. О, огнеглот, еще один. Я, походу, серия по убийству огнеглотов, а не богомолов. Богомолы пытаются меня в основном убить. Золотишко. Все? Ну, все так, все. Так, что мы имеем? Мы имеем... Много чего мы имеем. Так. Мана и энергии. Вот это, кстати, можно прямо сейчас и заюзать. Это мне точно пригодится. О, еще один огнеглот. Да ёкарный бабай. Да тут, я смотрю, место огнеглотское, а? Как бы это ни звучало. Ну, реально, они... я уже третьего завалил. Неплохо. Ну-ка, давайте проверим, секунду. Ну и продолжаем. Собственно, нет, мне просто повезло, я вам так скажу. Нифига, это место не огнеглотское, так что... Да. Короче. Так, ладно, куда мне надо бежать? О, давайте там где-нибудь, что там у нас... Просто реально мне повезло, что они три раза около меня заспавнились. Вот, примерно так. Так, офигеть, ты прям... Попахай только шкуру кабана. Ну, что это такое? Ну, окей, ой, блин, такая завануха с этим. Ну, не хочу. Ага. Ага. Нет, я хочу убивать богомолов и пройти уже с ними квест. До пройти до конца. Ёкарный ты ж бабаян. Меня сейчас могут опять завалить. А, ты вовремя подошел, короче, я смотрю. Так, спокойно. Не кипятись. Даже почти без жертв. А все из-за того, что я хилку заюзал на себя, блин, а не на противника. Сюда иди. Ай, блин, у меня уже знамя закончилось.
так, вполне неплохо. Самое главное, немножко рассчитать, кого и когда. Тролль, 59 левел, да спасибо большое, не хочу. Даже близко не подойду. И не смотри там на меня за стены. Я к тебе не подойду. Так, там у нас что-то пеньки они ходят. Богомольчиков я видел в другом месте. Так, я, наверное, все-таки... О! Неплохо, неплохо, неплохо. Так, давайте глянем. Да что ты, блин, уйди от меня, пенек ходячий. Так. Сундучок. И собираем алутецки. О, огнеглот. Вообще классно. Я, наверное, нажму на паузу и уже добью их, чтобы вас чутка не наблюдать за этим всем. Это все-таки ж не стрим, и поэтому лучше нажму на паузу, добью, и все будет нормально. Ну и продолжаем, собственно. А, с огнеглота я выбил огненную искру. А с богомолов я выбил чешуйчатый доспех, что вполне себе неплохо. Стоять. Ну, как минимум, он стоит 3171. Конечно, он хуже того, что у меня сейчас одето. Но в целом неплохо. Так, и что же тут еще? Так, все это фигня. Надо бежать, сдавать уже квест. Так, оседлали мы коня и бежим отсюда. Ну, екарныш ты, бабай, все. Надо слезать с коня. Так. Я понял, что лучше всего бить вот этим округлым движением, потому что я их еще травлю в этот момент. Да ну нафиг, я до вас не достал, что ли? Четыре раз ты конченый. Вот, я когда бью круговым движением, круговым ударом, то я их еще наношу им боль или еще что-то. То есть это физический урон, получается, я им наношу, и я по ним дополнительно дамажу. То есть пока я кастую Великий Крест, я им дополнительный урон наношу. Оно бывает раз в 2-3 точно ударит их волнами. А это примерно по 90 хп. Это вполне себе неплохо. Так что есть в этом смысл. Вот, так что немножко тактического мышления. И вот, вуаля, я уже больше дамажу и лучше выживаю. Так, сдаем квест, и на этом уже все. Кстати, травяной чай и тортик — классная зараза штука. Очень удобно. А на больших левелах так вообще будет кайф. Так, сдаем квест. Все, квесты закончились как раз. Линейка квестов, я бы так сказал, закончилась. И все, у меня осталось только квест на елочные игрушки. Но, как видите, их уже 56, а это означает очень даже себе неплохо. Вот, и поэтому я... сегодня, наверное, стрим устрою и на стриме уже побегаю, повыбиваю опять же едкую кислоту, то есть побегаю опять на паучках и повыбиваю елочные игрушки. Наверное, все-таки я так и сделаю. В общем, на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и заходите в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!